Расслабься. Позволь партнеру вести тебя. А ты вот так умеешь двигаться? А ты смешная. Я бы предпочла вернуться к обращению на вы. Ну и чем же мы займемся? Куда поедем, ко мне или к тебе? Ой, простите, точнее, ко мне или к вам? Я не знаю, куда поедете вы, но я поеду к своему жениху, за которого завтра, между прочим, я выхожу замуж. И кому же достанется такое сокровище? Самому лучшему парню на этой войне.